Доброе утро. 24 июля. Контрольный завес. 94 килограмма ровно. Фиксируем. Так, давайте запишем. 94 килограмма ровно. Все, вес держим в тех же пределах. Общая потеря веса 74,5. Хотя было 77 изначально. Еще в ноябре того года, да, но я продолжаю держать вес, в принципе, немножечко поднабрал, потому что мне визуально больше нравится, когда я вешу 95 килограмм, а не 90-91, вот, потому что все-таки кожа обвисает, и лицо такое немножко осунувшееся, кажется, поэтому вот 94 еще куда ни шло, мне нравится больше, вот, буду держать этот вес примерно, может быть, 95. Даже если 96 будет чуть-чуть, тоже не страшно. Изначально вес был, напомню, 168,5 килограмм. Это 10 января 2022 года. Но я взялся за себя сейчас на правильном питании. И вот за менее чем за год я сбросил вес до 91 килограмма. Даже у меня был вес 90 килограмм. Вот сейчас я немножечко поднабрал, вес мой 94 килограмма, я для себя выбрал этот вес, все, он мне больше всего нравится, я его поддерживаю периодически уже больше полугода. Так что присоединяйтесь, приходите ко мне на марафон. Да, он платный, но он стоит копейки, зато я всему вас научу, все расскажу. У меня там целая группа, все прекрасно худеют. Вот. Или просто смотрите мои ролики, повторяйте, задавайте мне вопросы в комментариях, с удовольствием отвечу, будет тоже худеть. Всем удачи, всем здоровья и пока!